Роковая встреча. Женщина на внедорожнике сбила пешехода. Хозяйка иномарки ехала по Интернациональной. На перекрестке поворачивала на Советскую. Девушка тем временем переходила дорогу на зеленый и через мгновение оказалась под колесами легковушки. В результате ДТП пешехода были причинены телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Примерно в 17:30 вечера бригада скорой доставила пострадавшую в нейрохирургическое отделение Бобруйской центральной больницы. Девушке всего 20 лет. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму средней тяжести. На сегодняшний момент состояние пациентки оценивается как средней тяжести, стабильное. Врачи не спускают глаз с пациентки. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Максим Кебель, Максим Галенко, Бобруйск 360.